Всем привет-привет, вы на канале Вот КСН, и как обещал, ребят, выставляю видео по поводу того, что уже можно начинать обменивать шары. Все этого долго ждали, многие говорили, что через 3 дня после прямой трансляции, но как я и утверждал, по имеющейся у меня информации, не через 3 дня после прямого эфира, а в течение 3 дней. Разработчикам всего лишь необходимо было время для того, чтобы запустить эту процедуру. Итак, ребят, обмен можно начинать. Я сейчас сделаю это вместе с вами, а вы в комментариях обязательно напишите, что вы обменяли и что вы с этого получили. Итак, шар номер 45. Обмениваем его первым, получаем 250 золота. У меня немножко притормаживает, к сожалению, хранилище. И, скорее всего, все шары обменивать я не буду на видео, для того, чтобы не затягивать. Но в целом, суть сводится к тому, что все свои шары вы сможете обменять абсолютно спокойно. Заходите в игру, делайте это. Я лично хочу обменять шарик номер 27. Он интересует меня больше всего, именно потому что в моем случае мне повезло, шарик номер 27 приносит мне целых 10 тысяч золота. Обмениваем, ну и пока это происходит, ребят, желаю всем приятных обменов. Если вы за своевременные новости, если вы за то, чтобы узнавать все первым, если вы за проверенную информацию, если вы за то, чтобы быть в курсе всего, что происходит в нашей игре, обязательно прямо сейчас подпишитесь на канал, прожмите лайк данному видео, и если вам не сложно, напишите какой-нибудь комментарий. А еще нажмите на колокольчик для того, чтобы получать соответствующие уведомления с моего канала. Постараюсь сегодня вечером выйти в эфир с прямой трансляцией. Всех жду в гости. Ну и, друзья мои, от чистого сердца, мира вам и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.